в солнечном Египте моментом солнце село, лучами на прощание пирамиды озарив. И к первой пирамиде подошли мы очень смело, нас было трое, и из нас никто не был труслив. Наш первый экспедитор Кронштейн Исаак Давидыч, в науке исторической он первый корифей. Он долго изучал историю Египта, а в ихних иероглифах рубил он круто змей. Второй была Петрова, тетя Груня, египтолог. Она в истории соображала прямо зверь. А я ее помощник, я в прошлом гинеколог, но я попал в Египет, хочешь верь, а хочешь не верь. Подошли втроем к гробнице фараона, открыли мы гробницу и увидели мы в ней. Чувак лежал в гробу, пеленка как ребенок, то мумия была, и вот записочка на ней. Записочку назвав пергаментом древнейшим, Кронштейн Иса Давидович в руках ее вертел. Он стал переводить египетскую надпись, гробница шевельнулась, и я слегка вспотел. Профессор мумию увидев, как подпрыгнул, и тут же побледнел он прямо как мертвец. Отвисли шортики, запахло экскрементом, пергаментом потер обристанный попец. А Груня звизнула, как дикий поросенок, Рамзесу показала свой гнилой оскал. С патриотизмом спела песенку «Орленок», и сразу климакс у нее тогда настал. Рамзес тут разошелся, прыгнув на Кронштейна, он долго костью побалдел.